Летом мы на этой реке очень хорошо плавали. Мы до нее добрались. Но чтобы до нее добраться, это надо было осуществить вот такое снежное уже плавание. Это настоящее снежное плавание. Потому что, ну, не просто до коледа, но даже за коледа снега намело. И вот мы плыли, мы не шли, а мы просто плыли к этой нашей Лелупы, к нашей реке. Это настоящее снежное плавание. Вот так мы и, наконец, мы приплыли. А как? Ой, я. Это река на прошлом берегу, вот на противоположном, опять-таки наша Юрмала. А вот это утки. Боже мой, птицы мечутся. Они даже заинтересовались. Они так удивились, что сюда приплыли. Здесь же никого не было. Они, наверное, заинтересовались. Но у нас нет для них ничего, никакой еды. Сейчас бедные птицы мечутся за едой. А люди себя обеспечили, кто смог, холодильником, а кто не смог, остались без еды. Вот такая наша человеческая драма. Мы каким-то образом создали магазины, полные продуктов, но те, которые не могут их купить, они оказываются без продуктов, а птицы мечутся. И животные по лесам тоже мечутся в поисках еды. Не все же заснули. А мы вышли на эту красоту и засняли эту реку. Сегодня туманчик такой, как бы висит такая дымка. А уток сколько приплыло. Ай-яй, они даже кряхтят. Ну, миленькие, нет у нас, ничего нету для вас. Мы дома у себя, у нас кормушка, у нас только прилетают голубей, воробей. Ой, воробьев сколько. Каждый день по 4 раза им подкладываем в кормушку. Их режем хлеб мелко, подсушиваем. А вот она природа, наша зимняя природа. Уточки, вам всем привет!